Победители 6-го театрального марафона профессии команда школы номер 11 «Подружки» пришли на церемонию награждения в тех костюмах, в которых выступали. Им на жеребьевке досталось интересное сочетание профессии, орудий труда и региона, которые они должны были включить в сценарий. Джазовый музыкант, труба и Республика Татарстан. Наталья Хатункина с дочерью Евой участвовали в темпе впервые. Мы дебютировали, были первый раз, с нами были группе профессионалы, читать Чумаковых. Вот. Очень-очень волнительно. Не знали, с чего начать, но они нам подсказали. Большое спасибо нашему классному руководителю Дудиной Галине Викторовне о том, то, что она нас направила, с детьми прорепетировала. В общем, все понравилось, все было здорово. Будем участвовать еще. Среди детских садов победителем стала команда «Профи» 30-го детсада. Третье призовое место разделили сразу две команды. 41-й детсад покорил жюри зарисовкой об уроках в начальных классах и интересной народной калмыцкой сказке. Во время выступления 4-го детсада сцена на несколько мгновений превратилась в школьный кабинет химии. Директор вместе с учениками творили волшебство, смешав в воде с красителем обычную соду и лимонную кислоту. У нас очень дружная команда детского сада «4 солнечного города», поэтому у нас, как большая семья, мы готовили сценарий вместе. Дети нам помогали, естественно. Блестящие выступления, фейерверк красок, идеи, прекрасно воплощенные постановки. Год от года марафон профессий удивляет мастерством и талантом своих участников. Так, чтобы соединить в одном 5-минутном выступлении и профессию, и рассказать о регионе страны, и какую-то еще предметную область затронуть. И все это и в стихах вы сумели, и в прозе, и с музыкальным оформлением. И такие замечательные костюмы были. А дети-то ваши какие красивые на сцене. Финалистам вручили дипломы и памятные подарки. В этом году 13 команд получили пригласительные билеты в Саровский драматический театр на спектакль «Белоснежка и 7 гномов». Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.